небольшая история. Жила-была девушка в Древней Греции, звали ее Медуза. Она была очень красива, и на ее голове росли шикарные, длинные, шелковистые волосы. Она так ими гордилась, что боги с Олимпа, увидев это, решили ее проучить. И превратили ее волосы, как вы, наверное, все помните, в змеи. И взгляд этой девушки стал превращать людей в камни, и, соответственно, они умирали. Дальше история очень такая длинная и грустная. Все, наверное, помнят, что Персея отрубила голову горгульи Медузы, и она умерла, и из ее головы появился крылатый конь Пегас. Кирилл, это по одной из легенд, говорят, что появился. Это не легенда, это правда. То есть я сейчас чувствую себя школьником, которому рассказывают историю. Хорошо, я верю вам. У меня нет никакой легенды, ну что, я простой школьник, который служит маэстро. Итак. Собственно, вся легенда, и я ее сказал.